Так, ребятушки, всем привет. Всех приветствую на каналчике Таксикул. Сейчас отвечу на все ваши многочисленные вопросы. Ну а сперва давайте поздороваемся с Зевсунькой с нашей. Всех рад видеть на своем канале. Сразу лайкосик поставьте. Ох и холодно у нас. Зевсуньке кашку наварил, ребят. Доброе утро! Что тут творится, Зевс? Да ты тут снег позаметал, да? Че, Саша? А ну, признавайся. Ля! Ля! Сугробовец! Собачка-сугробовец! Привет, добрейшая утречка! Опять ночью, скажи, шмаляли. Опять прилеты, да, Зевс? Ты подписчикам приветы передавал? Скажи привет, привет, ребят. Привет, привет. Мой его хороший. Масенькие, масенькие ушки, масенькие лапки, масенькие пузики. Да. Маленькие пузики здесь. Да. Стреляли, ты жаловался, гляньте, какой у него шубеец тут взялся. В снегу. Жопчинс тоже у снегу. Мольдочки только не в снегу, да? И пузики не в снегу. Ты аж подскулишь, беднёлька, да? Ты вот так любишь, когда Саша тебя жалеет, да? Это самый лучший кайф, да? Ты смотри, не засни так на снегу. Зевсунь, а то Саша учуху тебя. Сейчас раз и вырубайся. Вот это на процедурах тайского массажа побывал, да, Зевсунь? Кайфанул по полной программе. Кайфанул по полной. Еще? Маловато будет, скажи. Маловато будет. Маловато будет вот тут. Хру-хру-хру, казал Зевсунь. Хрух-хрух-хрух. Подписчикам всем привет, скажи. Да, скажи, ребят, добра, бабла, позитива. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддерживайте Зевсуньку косточками или денежкой на косточке. Скажи, карточки, приват, моно и PayPal. Или PayPal, как там правильно, в закрепленном комментарии, кто за границей. И по ссылочке можете присылать вот этому Шабакевичу. Вот этому Шабакевичу. На новую почту, на Укрпочту, скажешь, да? Все под видео в описании. Вот так. В описании. Ребят, в описании. Чули? Мопыня ты моя. Всем подписчикам еще раз, да, здорово? Да ты прям не можешь без них. Ты прямо не можешь. Ни я, ни ты, да? Это единственное наше такое адекватное общение с подписчиками. На то одни нападают, то другие на нас. О, так ты умерзал в снегу. Вот так ты спинкой туда-сюда. И чем только не валялся, Зевсуня. Чем только не валялся. Но страшно было, по сути. Страшно, да. Зевсу видно, что было ночью страшно. Жалуются вам, видите, рассказывает. Так, ребят, вот такая у нас погодка. На сегодняшний день сугробы. Дубео, холодео, замерзео, как я люблю говорить. Да, Зевсунь? Дубео, холодео, замерзео, скажи. Шуба обмерзает снегом. Ну, видите, сугробы какие. Снежок. Лампочка, слава богу, работает наша. Все как положено. Суня тоже помогает видео записывать. В сугроб ляп. Ребят, ну что я должен сказать? Что я должен сказать? Давайте по факту. Вот даже Зевс подвывает. Просто какая-то навала. Навала произошла. Негативные комментарии. Один за одним. Просто пишет пачками. Пишут на... Везде, ребят. Везде пишут. Вот эти письма на почту, в сообщениях, в телеграм-группах. Просто везде. Просто колоссально.
пачками, пачками, пачками. Это вам за то, это вам за сё, а это вам за вот это, а это вам за это, а то ли еще будет. И все вам так далее, тому подобное. И все только негатива какого-то желают, и чтобы быстрее, как говорится, ну, хотят одного, понимаете? Чтобы уже... Я даже не знаю, как правильно вам сказать. Что хотят от нас? То ли, чтобы мы земли освободили, то ли, что хотят, то ли, чтобы повыздыхали, извините за выражение. То ли, чтобы мы где-то делись, то ли, чтобы мы уехали в Европу, то ли, чтобы мы приехали туда, к тем, кто пишет. И пишут везде, отовсюду, ребят, отовсюду, чтобы вы понимали. Он даже Зевс воет, слышите? Даже Зевс воет. Отовсюду пишут. Даже ему уже это в печенках. Ребят, насколько можно быть негативными, я не знаю. Сидят, как будто коршуны выжидают момента, когда тебе немножко станет тяжелее, чтобы ущипнуть тебя максимально. Ну что это за люди такие, падальщики какие-то? Это... Ты мой бедненький, Зевсун. Давай я тебя пожалею, Зевсун. Чё ты плачешь? Чё ты плачешь? Что так нас обижают? Везде кругом. Как будто мир на нас клином сошелся. Да, Зевс? На нас с тобой. Вот это мы с тобой вдвоем. И у тебя кашатюры, что у нас есть, и рыбки. Это просто номер один проблема в жизни. Номер один. Все ненависть такую проявляют. Просто жесть. Да? Один ты мой дружбан, никогда не предашь. Собака — это самый верный друг человека. Сегодня, ребят, вспомнил фразу моей бабушки, Царство Небесное. Синички, кстати, поют. Знак, не знак, напишите в комментариях. Знаете, какую она фразу говорила мне всегда? Саша, то не люди, то не людина, так и написала. То не людина, так и сказала. Я говорю, а чего? Чего не людина? То, что каже людина, нормальная людина, якой есть, каже, свои мозги, свое сердце, вот правильно Зевс подтверждает, такого сказать або написать не может. Понимаете? Где Зевс спит? Не где-то, а вот здесь, вот он ямку сделал такую проталину, и здесь спит. Вон будка, соломы подложил, все как положено. Но Зевс спит здесь. Вот такая правда. Что ты тут, Джавелина, на хозяйстве? Смотри, Шарик уже тырит еду. Ты видела? Шарик тырит еду вообще. Тоннами просто ворует. Скажи, Шарик, мне ж качаться надо. Я ж кот-качок, светский тигр. То есть светский льви, а это светский тигр, да? Чи светский лев. Кто он у тебя? Это светские львицы. Это... Ты львица, да, светская? 100%. А он светский лев твой. Давай, жопчину свою стороночку, я буду котел топить. Ой, это потягушишь край, край. Что, ребятушки мои хорошие, будем топить наш буржуйчик. Буржуазный буржуй. Так, что тут у нас? Топлю всякими книжками, тетрадками, зошитами. Всем, чем придется. Ребята, так и живем. Нарезал картон. Я вам говорил, будем топить, выживать, чем только можем. Вот видите, у меня здесь бумага, тетрадки, журналы. Я все собирал. Вот в ящик нарезал. А теперь только бери и подбрасывай. Вот так вот. Вот. Все это, ребятки, пойдет в дело. Все, ребятки, пойдет в дело. Каждая картоночка. Вот так. Нарезанная. Только бери и кидай. Так что я подготавливался. О, вогник. Жарко-жарко. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой.
Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.